Пожалуй, самым грандиозным новогодним событием уже который год в Новочебоксарске является шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей. В этом году к шествию подготовились основательно. На Соборной площади помимо главной елки была установлена сцена, на которой проходило праздничное представление. Также всех, кто пришел на праздник, поздравил и глава администрации города Олег Бирюков. Уважаемые друзья, я сегодня хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Год был сложный, но, как всегда, лучше все оставить там самое плохое, а взять с собой в Новый год самое лучшее. Я хочу поздравить с наступающим Новым годом, и чтобы мы, самое главное, были здоровы, в семье было благополучие, была работа хорошая, классная работа. Были хорошие мероприятия городские, а нас с вами ждет достаточно много мероприятий в следующем году. Это у нас с вами и 70 лет Победы, это и 95 лет Чувашской Республики, это и День города, которому будет 55 лет. Это, естественно, и самый главный праздник, это выборы местного самоуправления. Уважаемые друзья, с наступающим Новым годом, пусть все сбудется, дай Бог, чтобы все было классно. Традиционно подарки на Новый год мы ждем от Деда Мороза и Снегурочки. Здесь же, напротив, Деда Морозы, Снегурочки и сказочные персонажи получали подарки и благодарности за лучшие костюмы. На городской праздник собралось около 1000 человек. Атмосфера праздника царила на площади до самого вечера. Прекрасно, очень красивая елка и праздник. Очень нам понравилось. Понравился праздник. Ребенку, надеюсь, тоже. Очень весело, музыкально. Для взрослых и детей сразу чувствуется приближение Нового года, праздничное настроение. Очень хороший праздник, понравился. Атмосфера такого, внимания теплого, хорошего, светлого и... Надеемся, в Новом году все будет у нас отлично. Несомненно, Дед Мороз – это сказочный персонаж, олицетворяющий добро и создающий праздник. Один Дед Мороз – это хорошо, а тысячи – еще лучше. И если один Дед Мороз не успеет всех поздравить, то тысячи могут поздравить очень многих. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего в следующем году. С Новым годом! Позвольте поздравить всех жителей с наступающим Новым годом и пожелать счастья, здоровья, любви, исполнения желаний. Удачи и успехов в Новом году! Мы вас любим! Поздравляю с Новым годом всех! Как поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья, чтобы в семье было все благополучно, чтобы все то, что запланировано у них было, мечты все сбылись, чтобы Новый год принес всем подарки, хорошего, только хорошего. Отмечу, что одевая сказочный костюм, если не становишься волшебником, то уж точно становишься носителем добрых традиций и создателем праздника. С полной уверенностью можно сказать, что шествие Нового года началось по нашему городу. Новым годом! Наталья Светлова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.